Привет всем, меня зовут Дмитрий Певцов, и я приглашаю вас на свой музыкальный моноспектакль «Откровение». Вы привыкли видеть меня в ролях, на сцене или в кино, но в этом моноспектакле я буду играть самого себя. Точнее, не буду ничего играть, я буду самим собой, я буду разбираться, кто я есть, кем я был и какой дорогой я иду. Приходите, храни вас Господь. 14 октября. Дворец молодежи.